Тюльпанчики уже отцветают. Вот так вылезли лилии. Немножко нарциссы цветут. И вот эти цветочки, как синенькие называются, я не знаю. И вот немножко вот такие синенькие цветочки. Всем привет. У нас сегодня слайд-шоу. Фотографии. Обзорчик небольшой. Вот сюда я посадила свой горох. Вот тень дает там дома. Вот они так растут. Вот две грядочки у меня получились. Там у меня подсолнухи с горохом. После обеда тень идет. Вот здесь немножко клубнички. Вот землянички. У нас в Ташкенте клубника всегда называли. Вот, не успею везде пропалывать. Отцвели яблони. Все деревья отцвели. У меня времени не было снимать. Что-то как-то и не хотелось. Здесь у нас, значит, подсолнух. Это подсолнух мы привезли с Узбекистана. Это белые большие семечки с черными полосками. Вот. И здесь еще горох. И вот здесь, значит, вот так вот рядок. Вот. В общем, ну вот так по краю. Здесь я хочу посадить капусту. Вот. Днем здесь солнышко, нормально, хорошо. И вот так у нас вся в цвету стоит сирень. Вот такая вот красавица. Запах прям изумительный такой. Вот. Такая красота. Столько пчелок, столько жужжит, шмелей, пчелок. Трудятся. В общем, стоит гул такой. Может быть, слышно. Ну, в общем, вот такая красавица сирень. Вот. Ну, очень красивая. Вот такая вот. Вот. Вся в цвету. Здесь я, значит, посадила лилии. Мне надо было их пересадить. Я сделала пока вот здесь такую клумбочку. Здесь я посеяла астры и львиный зев. Но у меня тут вот Микулечка, которого я постригла дома. Вот. Он у меня вот везде, в общем, бегает. Везде писает. Вот. Везде писает и топчет. Вот так подросли наши крольчатки. У одной самочки 6 штук. И у другой. Вон они сидят. Вот такие уже большие стали. Я утром им травку давала. Сейчас пойду еще им травки нарежу. Они уже кушают сами. Вот. Я их подкармливаю. Ставлю водичку. Бимочка везде лезет. Вот. Куда залез. Да, и лает. Хочет бегать. Хочет сюда. Хочет к маме. Да-да-да. Да-да-да, да-да-да, вот так вот, вот так вот, да-да-да, вот, и вот тут вторая самочка, что-то они у меня все в домике почему-то прятались, вон они, что-то забежали все в домик, да, моя хорошая, только сейчас бегали, все в домике. Здесь больше рыженьких, как самочка. Самочка рыжая. И крольчата рыжая. Не видно. Где вот они? Вот, вот она ушла. Вот они. Эти поменьше крольчатки. Вот, тоже их 6 штук. Вот так вот. Все живые, все такие. Но тоже кушают. Вот такие вот крольчатки у нас. Деревья наши уже все отцвели. Цвет я не снимала. Такая была красота. Сейчас здесь вот такая тень у нас. Вот. И здесь клеточки. Сегодня такое солнышко у нас. Ну, немножко так это прохладненько. Вот. И с этой стороны сирень наша. У меня цвели вот эти ирисы.
Это луковичные ирисы, и они вот поменьше. А вот эти ирисы, они клубневые. Вот, и они у меня начинают цвести. Вот. Эти побольше. Вот столько будет урожая на моей смородине. Отцвела она уже, ягодки висят. Вот так цветы мои шариком. Вот, это гортензия метельчатая. Вот. И хоточки. Вот такие мои хоточки. Вот. Они молодые. Два кустика вот такого цвета. И значит, там дальше я посадила, мне некуда было высаживать. Я посадила вот эти зимние лилии. У меня три штуки цвели, такие желтые, красивые. Вот, в общем, я их посадила пока сюда, потом видно будет. И мне кажется, что вот это вот золотистая смородина. Потому что листики вот такие вот. Я их покупала как бесшипный крыжовник. Но по листикам видно, что похоже на золотистую смородину. Я очень давно хотела ее приобрести. Вот у меня два кустика. Вот так вот малина моя растет. Вот такой вот стеной. Вот здесь лилейники. Здесь вот крыжовник. Вот ягодки на крыжовнике. Ну и здесь смородина у меня не очень. Я хотела ее тоже отсюда убирать, вырубать, более-менее оставить. И здесь я сделала такой цветничок. Купили мы вот такой заборчик для красоты. И цветут мои тюльпанчики. Одни тюльпанчики уже отцвели. Вот. Я ничего не снимала, потому что совершенно было некогда. До того измотаешься в этом огороде, что прям уже доползешь до кровати, и все. И ничего больше не хочешь. Это золотой шар здесь растет. Вот. Я купила, значит, на распродаже в Бионе по 150 рублей пиона 4 кустика. Вот один, второй и два вот там. Посадила. Вот принялись хорошо. Тут у меня лилия. Вот эта лилия подвяла, потому что я ее пересадила. И вот тоже никак. Вот эта ромашка. Розочки у меня так вот пошли. Вот. И здесь вот я тоже никак не доберусь тоже до сюда. Мне, чтобы прополоть. Не успеваю, совершенно не успеваю. Это вот мои белые пионы будут цвести. Вот такой вот небольшой цветничок у меня. У меня вот на грядке вылезли вот такие, я не знаю, это или тыква. Это мы сюда навоз таскали. И вот так на грядке у меня вот из навоза вылезли вот так вот. Я не знаю, это или кабачки, это или это тыква. Ну, в общем, сюда листики маленькие. В общем, я не знаю даже, что это такое. Здесь, значит, мы посадили картошку тоже, два короба. А вот, вот один короб и вот второй короб. И здесь у меня вот очень много вылезло пшеницы, потому что мы, у нас тоже, у нас везде присутствует навоз от скотины. И там мы кормим их зерном, и вот так вот у нас повылезла сама пшеница. Овес, пшеница, ну, в общем, тут все. Вот такой вот у нас загадочный короб с картошкой. Вот мои огурчики первые. Вторые я посадила в том коробе. Половина. Половина еще не посадила. Вот. Здесь, значит, у нас вот такой большой лучок уже. Здесь у меня вот цветы. Я делала такую клумбочку. Новые вот купили. Царица. Вот 6 кустиков новой землянички. Вот царица. А это я выписывала у меня. Вот как она называется, я уже не помню. Вот тоже цветет. Вот так вот у нас лучок уже большой. Здесь мы хотим еще делать один короб. Значит, там у меня кукуруза вот зашла. Так. Рядом я посеяла тыкву, но она еще не зашла. Вот.
Значит, ёж, что я посадила сюда, вот два кустика, пока они у меня будут здесь расти, потом я сделаю перевалку одного куста. Вот, в общем, такой у меня уже вырос перчик. Я вот сейчас начала пропалывать, он немножко осталось. У меня уже он цвести будет. Даже, по-моему, тут что-то зависть, что ли. Да, вот уже зависть есть. Здесь тоже у меня перчик. Здесь у меня сладкий перец и горький. Острый перчик. Здесь, значит, вот по краям у меня свекла. Вот. Так у меня растут баклажанчики. Здесь садила. Здесь у меня острый перчик горький. И здесь вот от навоза вот у меня что-то вылезло, что я не знаю. То ли это кабачки, то ли это тыква. Вот она сама вылезла. Вот. И значит, у меня табак, виноград. Вот у нас так хорошо пошел. Если заморозка не будет, на каждой веточке я посмотрела, есть зависть. Не зависть, цвести будет. Вот. Мы его на зиму в этом году не закрывали. Здесь у меня, значит, помидорки. Вот, это сорт Альгамбра, по-моему. Вот, посадила все сюда. Это которые я сеяла, высевала 5 апреля. Вот они у меня все на улице здесь. Здесь у меня, значит, мы посадили капусту. Вот здесь поздняя, здесь подарок. Вот, в общем, еще не всю капусту высадили. Она у меня в теплице еще. И, в общем, я пока побаиваюсь всю высаживать. Потому что что-то у нас обещают плюс 2 ночью. Ну, в общем, не знаю. Вот там дальше у нас фасоль растет. Так вот, муж посеял очень часто, но мы решили попробовать, в общем, как будет расти. И идем в тепличку. От ветра слышно будет плохо. Да? Ну, угу. Ничего. Картошку мы сначала показать. А, вот те еще грядки. Экскурсовод. Экскурсовод. Это, вот здесь, значит, у меня вот немножко редисочку посеяла в магазине, купила семена. В этой грядке у меня морковь. Там, значит, лук посеяли. Вот. И, значит, здесь посадили мелкий лучок. На дерево, в общем, кушать будем, подрастет. А здесь тоже, по-моему, морковка еще вот не прополола я. Вот так у нас растет уже картошечка. Значит, как в разные сроки. И, в общем, вот самая первая, вот такая у нас уже. Уже есть колорадский жук. Вчера только собирала. Вот. В общем, вот первая картошечка так, там. Вот которую последнюю сажали, еще не вылезла. Вот. Ну, идем в тепличку. И вот так вот, все, да, можно? И вот так вот у меня тепличка. Здесь вот у меня помидоры. Помидоры разных сортов. Черри есть, вот это альгамбра. Тут черри. Ну, в общем, их по листьям видно, что они разные сорта. Вот, ну, в общем, вот такие вот большие. Вот этот кустик что-то почему-то маленький. Вот почему, я не знаю. Вот. Остальные все вот такие хорошие, большие. Уже цветут мои помидорчики. Здесь у меня, значит, арбузики с дыньками. Я буду их высаживать. Подойди вот. Чуть-чуть. Вот. Рассада. Это дынька. И вот тут арбузики есть. Высохли, надо сейчас полью. И вот это арбузик. В общем, хочу попробовать. В прошлом году сажала, у меня ничего. Цветы вот у меня тут растут по краю. Я их высеивала, в общем, чтобы их на улицу потом высадить. Вот. И, значит, вот тут у меня фасоль вылезла сама по себе.
Вот, в общем, я ее оставила, что-то жалко было выдирать. Вот так она у меня уже большая выросла. И я хочу показать у помидорчики. У меня уже есть помидорчики зависть. Вот здесь. Оля, осторожно, не упади. Так, где-то я видела. Вон они. Вот, одна веточка. Что-то не видно. Вот. И вот еще одни. Вот с этой стороны. Вот еще помидорки. Так, сейчас, где? Найти бы. Вот они, вот они. А, в камеру не видно. Не видно? Да, вот, вот все видно. Вот уже первые помидорки у нас. В общем, вот здесь у меня вот капуста. Надо высаживать. Вот. Вот столько осталось. В общем, не знаю, боюсь высаживать. И здесь у меня цветная капуста. Тоже надо вот высадить ее, вытащить и высадить. Я сеяла вот между кустиками. Вот так у меня подросли помидоры. Вот. Я капусту отсюда вытащу. Вот. Ну, вроде бы все. Всем пока-пока. Всем пока.